Приветствую тебя, мастер. Ой, не стоит скупиться на лесть. Я всего лишь почти властелин всей Найтонии. И у меня есть ужасно хитрый план, как покончить со всеми рыцарями Nexa Knights. И ты мне в этом поможешь. Что нужно сделать? Необходимо будет встретиться с каждым рыцарем по отдельности и назначить им встречу со мной. Пожалуй, начни с самого глупого. Начни с Акселя. Да, но что я ему скажу? Скажи, что нужно меня проучить, преподать, так сказать, мне урок. Пусть выйдет со мной в равном бою один на один. Посмотрим, кто будет сильнее. Да, но ведь он очень сильный. В этом и есть весь мой план. Сделай так, как я говорю. Когда все рыцари будут уничтожены, я с легкостью захвачу Найтонию. Здравствуйте, большой и сильный рыцарь. Вы, наверное, и есть тот самый Аксель, о котором все так много говорят? Ну, я не знаю, кто ко мне что говорит и какой я тот самый Аксель. Я, наверное, один из многих Акселей в Найтонии. Так, понятно. Большой и глупый. Это он и есть. Мистер рыцарь, нам нужна ваша помощь. Да что вам от нас нужно? Здесь есть одно дельце. Нужно проучить одного негодяя. Зовут его Джестро. Джестро? Какой Джестро? Тот самый, который самый главный злодей в Найтонии? Да, именно он. И что от меня нужно сделать? Нужно встретиться с ним в честном бою. Какая хорошая новость. Я как раз закончил мыть свой механический доспех. Используй его в деле. О, в этом нет необходимости. Бой будет проходить по-честному, по старым правилам, на кулаках. О, я люблю бои на кулаках. Давненько уже не разминался. Ну что ж, я согласен. Да не так-то все просто. Может быть, вы нам и не подойдете. Как это я не подойду? Я же самый сильный. Ну, как бы самый сильный еще не значит самый лучший. Вот если бы кто-нибудь дал какую-нибудь рекомендацию о вас, или бы вы какие-то дела свои показали. Да? У меня как раз с собой есть портфолио. Что-что? Портфолио. А что это такое? Ну, это такая книга с фотографиями. А, портфолио. Да-да, точно, я так и сказал. Портфолио. Вот, посмотрите. И это и есть твое портфолио? Ну да, это обложка. Мне она очень нравится. Да, обложка с жестом. Так, генерал Магмар, мой старый приятель, то есть, это очень злой человек, да-да-да. Так, предводитель монстров. Сразу видно, опасный противник. А это еще кто? Свинья из Майнкрафта? Ну да, я тогда был очень голоден. И мне нужно было подкрепиться. Так, Лама, а мы-то думали, куда он делся? Вибарелла. Малдрон. Каменный гард. Лавария. Паучиха плела свои сети. Генерал Магмар, так он же уже был. Ну так он с первого раза не понял. Ну что ж, выглядит многообещающе. Да? А это хорошо или плохо? Потому что если плохо, то я тогда не знаю, что вам показать. Ну, это все отлично. Вы нам подходите. Класс! Тогда по рукам.
Выполните задание, и мы вам будем очень благодарны. Конечно, выполню. Это моя задача. Ага, выполню там. Сейчас. Ну вот и пришло время расправиться с последним злодеем в Найтоне, Джестра. Аксель, ты готов? Да, я уже готов. Но необходимо было бы проверить снаряжение. Мне мама подарила новый шлем. Хочу его испробовать. Говорить в нем я буду как настоящий варвар. Отлично. Да, в новой шапке гораздо теплее. И на вид она симпатичнее. Такая коричневая. Моим красивым коричневым штанам. Вот те нате, честный бой. Привел с собой всю компанию, еще и какой-то огромнейший комбайн привел. Так я и знал, что был в этом деле какой-то подвох. Ведь не может хороший человек выглядеть как генерал Гарк. Прощайте с жизнью, дубина. Надеюсь, ты выполнил все свои дела на сегодня. Все дела? Но я же еще не обедал. Блин, так я и знал, что это какая-то западня. Наверное, это и был генерал Гарк, который меня сюда заманил. Но ничего не поделаешь, придется биться до последнего. Встретимся с тобой, жалкий рыцарь, и тогда посмотрим, чья возьмет. Эй, ну куда же ты? Не уходи, я только разогрелся. Вот всегда так. Когда думаешь, что веселье только начинается, оно уже заканчивается. О, какой-то жук вылез. А это что такое? Сразу и не заметил. Какой-то интересный сундучок. Это, наверное, Джестра. Забыл. Надо посмотреть, что там. Может, что-нибудь интересное? Так, что здесь? О, новая светлая футболка для Ланса. Красивые красные штаны для Мэйси. И новый чертеж шлема для меня. Как хорошо, как удачно. Ну что ж, на этом мое задание выполнено. По всей видимости, генерал Гарк не придет. Ну а вам, друзья, если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. We'll be right back.